Всем привет, дорогие друзья, с вами Скляга. Сегодня на повестке дня у нас Glock 18 из CSGO. Данный пистолет сделал на заказ, подарок маленькому ребенку. К сожалению, заказ так и не забрали, поэтому он лежит и ждет своего нового владельца, так сказать, в товарах. Так, делал я по шаблону Craft Station из ламината и фанеры. Так как макет предназначался маленькому ребенку, никаких съемных частей нет. Подвижный только спусковой крючок вместе с затвором. Так, ну и расцветку выбрал такую вот двухцветную, подобие хаки и черный. Так, по желанию нового, так сказать, владельца можно как-нибудь доработать ту же детализацию. Коллиматор какой-нибудь поставить, глушитель. Вот. Ну, съемные части уже, вот, к примеру, магазин уже не сделать. Если только с нуля. Но так, в принципе, стоит простой. Как вариант для новичков, то лучше тебя попробовать в крафте. Берете, качаете и делаете такой простой пистолет. Ну, в принципе, по нему все, что можно сказать.